Всем привет, вы на канале Булат Понтиф, мы продолжаем играть в нашу игрушечку, наш детективчик. Настигла на меня такая одна идейка, что выбор будет иметь свои последствия, которые мы были в прошлой части сделали. Где мы? В колбутке. И самое главное, что интересно, мы каждый раз, мы не отхиливаемся. Даже после главы пройденной, то есть кат-сцены, там все дела. У меня вот как был половина ХП, так у меня все и осталось. Ничего не изменилось. Ну ладно. На лодку мы пока не пойдем, наверное. А у нас есть вообще главное задание? Основное дело это потерянное море. Да, есть. Основное есть. Есть дополнительные. Есть. Навыков пока нет. Есть какие-то больницы, да? Что там, мы не знаем. Сам говорит, что все разделено на какие-то пункты. Ну, не пункты, а район. То есть есть район, и у него, видимо... Или это просто река так делит? Да нет... Не знаю, в общем, вот, ну-ка. В общем, мне кажется, все-таки они делятся на определенные районы. Давайте посмотрим какое-нибудь журнал заданий. Найдем, ну, первый, например, несчастная женщина. Посмотрю, я не буду читать, а я проверю сначала, где находится вот этот переулок. Я уже, когда я был недалеко от перекрестка Фицо, Калахан Стрит и Олд Чёрч Роуд. Калахан Стрит и Олд Чёрч Роуд какой-то. Олд Чёрч Роуд вижу и Калахан Стрит. А, тоже не то. Калахан Стрит, вот, да? То есть, по сути, нам надо... Old Church Road, Callahan Street. Нам надо вот сюда. Как мне это поставить? Несчастная женщина. О, то есть мы... мы по подсказке сами себе ставим, потом, читая подсказку, ставим сами себе маркер. Мы можем добраться туда на лодке. Ну, сейчас как раз он попробует. Давайте я прочитаю задание. Потоп почти разрушил этот город, но он не утратил своей странной притягательности. Я не могу удержаться от прогулок, хотя они и не приносят мне новые видения. Так, я отправился в восточную часть Salvation Harbor. Видение пришло, когда он был недалеко от перекрестка такого-то. Я вдруг остро ощутил одиночество и страх. Я был женщиной... которую заперли в комнате, где она медленно гнила заживо из-за ужасной болезни. Мое тело преображалось. Я ощущал сильный зуд, а мое лицо... Что-то с ним. Мне пришлось удерживать кожу обеими руками, иначе наросты на ней скоро закрыли бы мне нос и рот. Очнулся я на дороге, я сидел и плакал, пока какой-то инсмутец не пнул меня и не приказал убираться прочь. Ну да, ладно, погнали. Хотя бы... Что это? Прикопить улику? Куда? Ну, как задание, да? Так, мы пойдем на лодочку, конечно. Ты сам себе находишь дело здесь, я так понял. Аптечка у меня до сих пор только одна. Так, возьму камеру сначала. Все нормально, лево, как мы поплыли. Восток, Salvation Harbor. Что за восток? Что за восток? Ну, тут больше нет. Вот он, Callahan Street. Все, погнали, ладно. Не знаю, что у вас за восток. Восток Salvation Harbor. Нет, что это такое? Мне интересно.
Вот Salvation Harbor и Восток. Все, я понял. Погнали. Восточную часть. Это так все затопило так мощно вообще, офигеть. Тут все, блин, все сгниет, провалится там, я не знаю, что-нибудь. Вот такие армия такая пошла, ничего мне от них ожидать. Они не набросятся, нет? Здорово. Здорово. Ребят, как дела? Куда идете? Это акули морды, походу. Нет, человек. Хватит! Чего? У тебя полк пропал. Чего? Ты маг, что ли? Магистр. Маг. Посок. Ты, блин. Так, ну и чё? Что мы тут можем делать вообще? Ну, мы пришли, вообще, как дела? Оп, что-то сохранение у меня было. Перекресток Фитц О'Каллахан. Фитц О'Каллахан Стрит. Фитц О'Каллахан Стрит. Ну, мы на нем. И чё? И Олд Чор. Ну, Олд Church Road. Ну, вот он, этот перекресток. Чё это? Чё это сейчас было? Звук, музыка, звук. Что это было? Что-то ведь было, как это жёлтое свечение. Фигня какая-то. Чё делать? Сейчас со мной никто не разговаривает. Че за музон? А, вот. Погнали. Наверное, не можем, нет? Вон дверь. Глизы, патроны, спирт, пружины. А, я понял, где она гниет. Она под нами гниет. А, подвальчик. Что за фигня? Бля, 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 бля. Он где, надо мной? Надо мной? Что происходит? Ни разу мутит какая-то фигня, она. Это... Меня как колбасит, ё-моё, я не понимаю до сих пор. Хватит! Хватит, говорит. Видите ли. Ничего не хватит. Это я сказал. Это можно сохраниться? Спасибо. Где ты? Куда он делся? Ты кто, блин, мазафака? Валим! Да ему вообще пофигу. Может, что, бесполезно, что ли? Я не понимаю. Я всегда думала, что меня заберет Мэйя. Он бессмертный или что? Может, я зря стреляю-то, блин? Только патрон потратил, блин, просто так, блин. Чё, в смысле, почему каждый раз заново появляется патрон? Ну-ка, если опять сейчас выйду.
блядь. Не понимаю. Он вообще не умирает, просто барабаном. Ты можешь больше не вылазить? Я вот никто не просит вообще об этом. Вон он. Падла. Ты забаговался, что ли? Там еще кто-то. Фига. Фига. А ты кто, ё-моё? Куда вы берётесь вообще? Не понимаю. Рассудок у меня плох. У вас немного, нет? Нормально все. Мне кажется, я вообще зря здесь нахожусь. Куда пришел? Какой нафиг надо было по основному идти? Че? Может, никто не поможет? Нет? Дайте патронов, я не знаю, гранат какую-нибудь. Алло, у меня хп нет. Ну? Все, аптечки нет. Зато есть капкан. Все, заходим по шурику, короче. Опять. О, опять. Это, бесконечный лут, можно так делать, ё-моё. Если я сюда спущусь, я потом поднимусь вообще. Почему не могу больше нести? Все, я пошел отсюда, короче. Мне не нравится так. Фигня это какая-то. Все, бред полный. Я понял. Ну нам по-любому вот сюда, короче, в итоге. Наверное. А это что за знак? Спираль. А, вот, спираль. А что-то было в прошлой серии, по-моему. Знание. Мифы, бестиарий, документы, записка о знаках. О. Спираль. Знак в виде решетки латинского. Все еще не могу понять, что означает знак в виде спирали. Вот, может, ты разберешь? Я не, тоже не понимаю. Что означает знак в виде спирали? Есть торговец. Чужаки. И вот ты ругаешься. Ты вообще он сектант какой-то. Так, значит, что делаем? Берем пистолет, руки, перезарядка. Открываем. Ага, берем патроны. Бесконечный патрон, вот это что такое за фигня? Баг какой-то или что? Аптечку, мы аптечку нашли, нифига себе. Дальше. Отлично вообще, еще. Я так понимаю, после того, как я использую способность, начинается вся фигня. Вот я ее один раз использовал, все, сейчас начнется. Эти крики, оры, там все дела. Вот все такое. Нет, нормально все. В общем, ну, какая-то лажа здесь происходит, это мы уже все поняли. Так, а что еще может болтать? Давай. А, ну, мне говорят то, что... Ну, в общем, трупа женщины здесь нет. Значит, он наверху. А наверху вся эта нелюдь, вот этот вот хероборос бегает. Вот не появляйтесь, не надо. Хорошо. РК. Привет, папа. Когда я проснулась, окно в кладовку было разбито. Я пойду искать маму. Она не могла далеко уйти. Я уверен, она меня послушает, когда я ее найду. Когда я приношу ей еду, она иногда так странно смотрит, как будто помнит меня. Бывает, что дальше протягивает руку через щель и пытается схватить меня за руку. Но я делаю, как ты сказал, стою за белой линией, толкая под нос палочкой. И тогда она плачет. Очень надеюсь, что она скоро поправится. Не волнуйся, пап, я найду ее и приведу домой. Люблю тебя, Рэйчел. Так, вот эта женщина, это она? Девочка, точнее. Получается, вообще. Это типа выход экстренный. Так, что-то... Что-то каждый раз разная фигня, блин, какая-то. А сколько патрон-то надо использовать? Ну? Отлично. По звукам нифига не отлично.
что от него дальше делать? Короче, патроны здесь не особо действенные, и... Вот это видение, падает рассудок, и вообще все плохо. Как бы, и каждый раз обновляется... Чё, присесть можно? Как-то надо крафтить предметы каким-то образом. Надо крафтить предметы. Я не... как, как крафтить знания? Письма из РК. Письма из Акмонта. Так, у нас есть очки знаний. Очень хорошо. Что это? Это боевая подготовка. Читаю. Вы можете зарядить дополнительные патроны. Получаете 10% шанс нанести двойной урон выстрелом из пистолета. Ветеран войны. Это уже... для винтовок. Дробовики. Вот дробовик нужен. Это прям стопудово. Дробовик это прям мощь. Запасная бомба. Вы можете носить с собой 7 запасных пистолетных патронов. Дальше идет. Вы можете носить 6 запасных револьверных патронов. Вы можете носить с собой одну запасную аптечку и вы можете носить с собой одну запасную гранату, зажигательную бомбу. Невероятное выздоровление. Находясь на пороге смерти, вы медленно восстанавливаете ограниченное количество здоровья, чтобы дать врагу последний бур. Офигенно, хорошая вещь. Падение с высоты на уменьшение урона невкусно. Когда вы поете, хищные угри наносят вам вдвое меньше урона. Боевой сыщик. Атаки ближнего боя наносят больше урона. Молниеносная реакция. Увеличивает скорость атаки ближнего боя. Отлично, ладно, разум. Вы можете носить с собой до 25 единиц любого материала. Хорошо. Абсолютная ясность. Вы зарабатываете больше опыта и остаетесь в здравом уме немного больше. Вот дольше. Вот это, ну, больше опыта мы зарабатываем. Все, приобретаем в любом случае. Давай, пробел, есть. Низкая благотворительность. Вы получаете 50% шанс заработать в 2 раза больше предметов за выполнение задания. Отлично. Вы получаете больше опыта из всех источников. Отлично. Ну, что я могу сказать? Вот это нужно, капец как нужно. И вот это нужно. Никакой благотворительности. А, никакой, все, я понял. Да, вот это берем. Че, больше зарабатывать за задание будем. Хорошо. Так, окей, заходим еще раз. Лутаем все, что можно. Что-то как-то, блин, уже звуки пошли, блин. Ничего не обкатилось, что ли? Вот ничего не откатилось, надо опять уходить. А есть тут какой-нибудь по делу там? Несчастная женщина, это понятно. Что, газета, изыскное управление, больница, психлечебница, особняк, библиотека, ратуша. Как-то не маленький город-то вообще. 1, 2, 3. Городской порт. Может, мы взяли слишком сложное задание? Я не знаю. Тут уровень сложности вообще есть на задание какой-нибудь. Лутаем по Шурику. Пистолеты не нашли. Теперь нашли. По наверх не идем. Я в подвал, там аптечка была. Что за баг такой интересный? Мне возвращает то, что я потратил просто так. Короче, тут босс вообще. Вот это кому еду подавали, вот этого монстра, который превратился, там кто-то женщина, походу. Она босс. Мне не нравится, что здесь палка сломана. Теперь. Она не была сломана до этого. Все, да. Вот эта здоровая фигня, она... Ее бесполезно начать. Все. Предупреждаю всех заранее.
Блин, валим. Отлично. Так, наверное, задание мы это не пройдем. И, наверное, лучше идти дальше по квесту, а то это квут тут. Больше я не буду... Бойтесь, это баг, это что это фигня какая-то. Может, это не баг. Почему баг, по сути? Так, задание. Основное. Потерянное море. Пропавшая экспедиция, мы поняли. Так, ключ от штаб-квартиры. Она находится в северной части Коверсайда. На пересечении Аша Роуд и Хьюберт Авеню. Коверсайд, Хьюберт Авеню. Там что-то там. Так, Коверсайд. Коверсайд. Коверсайд, коверсайд. Какое-то авеню там. Центр стрит, Линкольн, Рейдли. Хоббит авеню. Да? Вот оно, то есть. И что еще? Ашер Роуд и Хьюберт Авеню. Ашер Роуд и Хьюберт Авеню. Хьюберт Авеню, Ашер Роуд. Вот здесь, то есть, он находится. Ставить метку. Штаб-квартира спецназа находится на северной части Коверсайда на пересечении Ашер Роуд и Хьюберт. Вот здесь. Отлично. Все, погнали. Валим отсюда. Ничего у нас не вышло. Так, еще раз зайдем. Ради интереса. Просто чисто интерес. Да, появился. Ну ладно, еще раз надо. Вернуть то, что мы уже потратили. Бери, говорю. Он не может нести больше. Почему? Значит, надо использовать. Короче, ребята, все, кто видит, видят то, что пока что... А, это для разума, ё-моё. Все. Нас спалили, валим. В общем, здесь вы можете восполнить припасы. Немножко. Как сказать. Погнали. Так, а как нам туда доплыть-то лучше всего? А, ну доплываем вот до отсюда, да? Вот как поставить. Почему здесь дождь? Ну не может он идти постоянно, ну, по сути. Здорово. Ну и стой там. Отель. Ну вот сюда. А можно вопрос, почему нельзя припарковаться? Почему нельзя припарковаться? Как так? Что за бред? А мы как пройдем тогда? Никак не пройдем. Значит, здесь должно быть где-то это парковочная зона. Алло, почему нельзя? Все, выходи. Он не хочет. Никакую не хочет. Ладно, значит, надо про другому проплыть. А я не мог бы ничего. Нет, не мог. Я когда он к стене акулу прибил, просто там кого-то ее приколотили. Тут сундук светится. Да-да, вон светится, алло. Почему ты не паркуешься, я не понимаю. Как выйти-то из тебя? У меня лодка забаговалась или что? Кажется, у меня с лодкой есть проблемы на самом деле.
еще произошло? Я нажал escape вообще. Я, походу, все забаговалось на поле. В это вам и получение резко. Идем обратно. Плывем. Какого-то на месте, нет? Да. Что-то потемнело. Как будто я тут, блин, часок лишний уже катаюсь. Все, вообще хорош. Ну и что, сразу нельзя было как-то? Фу. Не на ботинке так, пожалуйста. Итак, мы находимся... отменить метку, но... Так, идем дальше. Больница. Нет. Народу много ходит. Ну, нормально ходит. Ну, туда надо. А почему закрыто? Обходить, типа, надо. Давай, пойдем. Жили люди, жили, ну, дома, и все. Что это за спираль? Что, ничего хорошего она нам не приносит, да? Сломаешь, нет? Патрон 12 калибра. Звук какие-то. Как нам туда попасть? Грехи свои и покайтесь. Всевышний накажет грешников, нашлет на них неведомые ужасы, выползающие из бездны. Кого случайно так всех растолкало, а его специально ничего не получается. Ты жаришь? Крыса. Для всех любителей крыс посвящается вот такой кадр. Смотрел нормально. Да нормально, что я крыса нормальная. Куртку ты же снял, а что себе? Смехом. Деловой какой чувак прошел. Ребенок на... Что улица такая уже нормальная здесь? Что происходит, блин? Тут все дома, что ли, плохие или что? А это что за... Так, мы пришли, что ли? Так. Здорово. Вот это? Или та? Или вот это? Штаб-квартира спидится. Все, отлично. Мы на месте. Дошли до заданника. Ключ не понадобится. Видишь, да и сама. Опасность погружения. Водолазы с кессонной болезнью могут страдать от многочисленных симптомов. Боли, ограниченной способности к передвижению, тошноты и рвоты, потери ориентации. Острые симптомы могут повлиять в течение 10 минут после выхода из воды и включают в себе паралич, оцепенение, слепоту, глухоту, головокружение, судороги, помрачение сознания или бессвязную речь. Паралич и оцепенение могут поразить несколько частей тела одно время. Принято. Это все, что осталось от записи экспедиции? Несколько отсыревших бумажек? Кто-то разбил ее вдребезги. Да.
Это все, что осталось от записи экспедиции? Несколько отсыревших бумажек? Я понял, что здесь, а что делать-то надо? О, там какой-то. Амонс, карбан. Вы не можете больше нести. Я не могу больше нести, да. А вы можете мне понять, сказать? Нет. Блин, мы опять в это зашли. Конечно, конечно, тебя торкает вообще не по-детски. Горящая декларация о Грузии. Следующие грузы должны быть доставлены Гримхейн Бэй не позднее пятницы. Водолазные скафандры, баллоны с воздухом, консервы, лишние вещи, следовательское оборудование, воздухопроводы, воздухопроводы, телефонная станция с проводами, генеральная установка, ответственность за доставку. Кто-то. Ты меня отпустил, нет? Понимаю. Вау! Ты кто, блин? Нормально все вообще? Зачем я его убил? Он на меня стол направил. А че он? Че, он ничего не уронил, типа, все нормально, так и должно быть. Блин, серьезно, алло. Где твой лут? Ясно. Че это такое? Подожди, пока не хочу никуда. Никогда не видел такой раковины. Зеленая опять. Опять зелень, вот эта зеленушка. Зеленый цвет. Как защититься? Согласно нашим данным, места с паранормальной активностью оказывают на человеческий разум сильное, но до сих пор не изученное влияние. Мы подготовили список возможных решений этой проблемы, включая медитативные практики и седативные средства для предотвращения вспышек безумия среди участников экспедиции. Настоятельно рекомендую отказаться от бесполезных оберегов, амулетов, религиозных символов и использования вместо них эти научные обоснованные методы защиты. Как защититься? А непонятно. Сейчас, надеюсь, мы в этом разберемся. Как защищаться? А патроны нам? Я же ничего не могу. Я как-то должен уметь это крафтить все. Есть предметы. Оружие. Во! А что пистолет? Пистолет был... Всё, давай, револьвер. А чё, револьвер дороже почему? Аж мощные патроны. Да, создать. Всё, отлично. Коктейльчик. Коктейльчики нам могут понадобиться. Ну-ка ещё раз. Перезарядить. А вот еще может быть. Сообщение рыбаков. Местные рыбаки Салливан и Морган сообщают, что с морского дна поднимается множество больших пузырей и невыносимая вонь. Купил у Харви образец странного вещества, плавающего в океане. Он утверждает, что нашел его среди множества мертвых и странно изуродованных рыб. Рыбу забрали на анализ. Некоторые местные жители рассказывают о скале, которая поднялась со дна морга. С дна моря, отчего туман засиял разными цветами. После этого случая свидетели еще 2-3 дня страдали от тошноты и головокружения.
Стерн получил сильные ожоги после того, как отколол часть скалы у себя в подвале. Пробу взяли для анализа. Карта Кейп-Кода. Похоже, тут была какая-то надпись, но ее стерли. Доул антрополог. Монский университет приветствует нового сотрудника факультета антропологии профессора Гарриет Доул. Ее блестящее открытие, проливающее свет на происходящее племена инуитов, добавили новую страницу в книге истории человечества. Теперь профессор Доул собирается отправиться в новую экспедицию. Надеемся, что ей удастся выяснить причину потопа и тем самым узнать, что всех нас ждет. Впереди. Гарриет антрополог. Так, мы прочитали, нам дали за это сведения. Ладно, погнали. Чего у нас тут происходит? А, надо собрать сведения у Иди. Что тут за сведения? Хватай бумаги, остальное ломай. Так, это акулы, которые мы убили в подвале. Некогда с этим возиться, отойди! Угу. Блин, вот детектив у меня. Может собрать все это. Ай, фото, мир фарагу, ай, дагон. А вот не заклинание, а песенку поет на пиратском корабле. Ну. Сожги все и проследи, чтобы объявления сгорели. Пора во всем разобраться. Ясно. Короче, не зря я в прошлой части, в прошлой серии зафигачил того чувака. Эти челики знают, короче, что происходит. Сожги все и проследи, чтобы объявления сгорели. Некогда с этим возиться. Отойди. Хватай бумаги, остальное ломай. Ай, фото, мир. Сожги все и проследи, чтобы объявления сгорели. Какие-то люди ворвались в штаб экспедиции. Они громили и жгли все подряд, уничтожили архивы и даже газеты. Так, ключевые улики найдены. Но не все, походу, да? Давай глянем, а что там у нас по знаниям. Опасность погружения. Это мы что-то сейчас считали. Журнал. Несколько людей с мускульным синдромом вломили штаб-квартиру экспедиции, уничтожили все, что смогли. Они сожгли большую часть архивов экспедиции, результаты исследований, интервью с местными жителями, грузовые декларации и даже газетные вырезки с объявлением. Так, груз для экспедиции был доставлен на пирс Green Bay. Несмотря разгромили штаб-квартиру экспедиции, сожгли весь архив, даже газеты. Архив экспедиции уничтожен, но у меня все равно есть пара зацепок. Я знаю, что они вышли из города на грузовом корабле из Грим Хейвен Бэй. Возможно, объявление о таком судне было в одном из недавних выпусков Вестей Акмонта. Отлично. На грузовом корабле из Гринхвейн Бэй. Возможно, на таком судне был в одном из недавних выпусков вестей. Так, ну мы здесь все нашли или нет? Нет, мы здесь не все нашли. Будем искать. До последнего. Вот, спирт. Кто-то не нашли. Кто-то должно быть еще. Что-то должно быть еще. Вот. Опять это разбило. Похоже, этот шлем уже не починить. Точно же все.
Но это, видать, не все. Что-то еще должно быть. Кто ты, блин, воин? Я не понимаю. А может он был, может он просто не цел. А, не, по-моему, он точно меня пушку поднимал. Так, все теперь, может быть. Нет. Че написано? Что в квартире спит ключевые улики на. Ну это. Что за 64? Ну, номер не просто. Должно быть что-то еще. Что-то должно быть еще. А, это вот эти вот, которые жрут. А вот. Никогда не видел такой раковины. Это мы уже видели. Если я опять. Образцы странно поблескивают. Интересно, откуда они? В смысле, откуда? С скалы. Все? Все, все улики на них. Все? Можно валить отсюда. Это я пропустил эту раковину. Зато ладно, хоть говорят, потому что не все найдено. Так, ладно. Будем. Дальше у нас получается... Повернуть к герою. Отметить на компасе, редактировать, удалить. Так, с какого-то греха ЛБЛ, да, вот он. Но вопрос, а как нам узнать, в какой газете вообще это происходило? Был в одном из недавних выпусков Вести Акмонта. Вести Акмонта. Я не понимаю, вот а что они мощные такие, или я просто такой слабый еще пока. Такие эти. Где? Вот это? Нет, это библиотека. Надо найти, где новости. Мы можем почитать. Вот. Вот сюда нам надо. Ставить метку. Нет. Оп, 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 все, погнали. Вещи можно делать все-таки из меню снаряжения. Это хорошо. В принципе, здесь уже нормально. Все равно идет ливень. Не прекращается просто. Так, сохранение, отлично. Ну вот, учетские мусорки. Кирпич, отлично. А зачем кирпичи, я так не понимаю. Разбить стекло? Что такое? Мэнс. Что-то там. Потом... Так, вот, мы нашли газету. Значит, идем в нее. О! Старые газеты у двери. Возьмите их и перестаньте меня донимать. Кажется, вы меня с кем-то спутали. Разве вы не чужак? Ну да. Объясните мне, какая связь между чужаками и старыми газетами? Спать на улице холодно, и они накрываются старыми газетами, чтобы согреться. Да я здесь недавно. Пожалуй, я чужак. Чарльз Рид, частный детектив.
И мне тоже нужны старые газеты, точнее, ваш архив. А, так это вы раскрыли убийство Альберта Трагмортона. Отлично. Я Хелен Бленд. Слушайте, могу я попросить вас об услуге? Дайте мне эксклюзивное интервью. Вы не пожалеете. Вести Окмонта – лучшая газета в этих краях. Ладно, я непременно уделю вам время, мисс Бленд. Так, у меня появился время для интервью. Все еще хотите взять интервью? У меня есть немного свободного времени. Открывший громкое дело. Расскажите нашим читателям о себе. Да, мы служили в охоте. Да. Мы служили на флоте. Я бывший водолаз, служил на военном корабле «Циклоп». Ну. После войны оказался в Бостоне и с тех пор работаю частным детективом. А, храбрый моряк. Думаю, вы быстро привыкнете к окманской жизни. В последнее время у нас полно воды. Кто знает, возможно, мы станем сотрудничать. А теперь главный вопрос. Почему вы здесь? Что привело вас в Окмант? Я разыскиваю пропавших людей, и я пытаюсь выяснить причину видений. Я ищу причину психического феномена, который вызывает безумие и видения у людей по всей стране. Да, наш город тоже от него пострадал, но гораздо больше нас беспокоит потоп. Хотя Роберт Трагмортон отправил экспедицию... Да, а затем поручил мне ее найти. В этом есть ирония, верно? Думаю, пока хватит. Нельзя давать читателям слишком много материала за один раз. Спасибо за интервью, мистер Рид. Пожалуйста. Возможно, я сделаю еще что-нибудь интересное и снова попаду в газеты. Кто знает. Экстренный выпуск. До встречи. До встречи. Так, мне нужны... Берегите себя. Да, спасибо. Получить больше архивы. А, это было? Вам часто нужно будет искать полезную информацию в различных городских архивах. Каждый архив содержит определенный тип информации. К примеру, в ратуше хранятся общие сведения о жителях города и организациях. А вот информация о поддельных категориях лиц, например, преступниках или пациентах, нужно искать в полицейском или больничных архивах. Блин, вот это все сложно, конечно. Возле улики в журнале может отображаться значок, указывающий на то, что нужно поискать информацию в архиве. Войдя в архив, выберите улику, о которой хотите собрать сведения, а затем обозначите три условия для поиска нужной информации. Если улика и условия поиска были выбраны правильно, уже надо добавить новую информацию. Офигеть. Выберите условия для поиска. Я понял. Вон, где это надо искать. Есть ли что-нибудь интересное? Может, не сюда нельзя? Ну да ладно. Какие у нее туфли с носками? Туфли с носками какие у нее? Здравствуйте. Да я просто тут мимо прохожу, детективничаю. Обращайте, отлично. Нормально, вот это я понимаю, вот это у журналюк лежит патроны. Есть вот, нет никого. Я ничего не брал. Не обращайте на меня внимания. Просто чужак бегает по штаб-квартире вашего элитного печатного заведения. По сути тут ничего и нет, кроме сундука с гильзами и порохом. Фу. Кораллы, укуары, коралл. Так. Что печатаете? Что печатаем? А где бумага? Должна бумага же быть сверху.
Погнали дальше. Так, что нам нужно? Нам нужно найти сведения. Архив. Вот, все, понятно. Вот задание с книжкой означает то, что где-то в архиве можно это найти. Нам нужно. Объявление о таком судне было в одном из недавних выпусков Вести Акмонт. Люди раздел район. Разделен, как он там называется? Я еще пока не это. Гримхейвен Бейл. Так. Гримхейвен Бейл. Раздел события первой страницы, текущие события, статьи, текущие события первой страницы. Что значит? Выберите улику. Так, пропавшая экспедиция Роберт Рагмонт финансировал, однако, мне поручено найти. Возможно, объявление о таком судне было в одном из недавних выпусков. Значит, период-то пока уберем, раздел объявления. К стремлению к знаниям. Рекламные объявления о фрахе. В Акмонском порту можно зафрахтовать 30-тонный корабль «Титания». Он полностью подготовлен к перевозке грузов и пассажиров, а также к поддержке водолазных операций. Стоимость 70 патронов в неделю или их эквивалент. За дополнительной информацией обращайтесь к капитану Сандерсу, который можно найти в Гринхен Бэй на третьем пирсе Акманского порта. Мы выполнили задание. Что-нибудь мы выполнили. Так. В Акманском порту. Так, все, типа, ну да. Где это? Гринхен Бэй на третьем пирсе. Третий пирс. Гринхен Бэй. Где-то вот здесь. Все. Ништяк. Как и надо. Ладно, давайте на этом заканчивать. Быстро все проходит. Время летит вообще. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех жду. До новых встреч.